Так, продолжаем. Теперь мы уже переходим к полному развитию этого. Чисто развиваем. Клинок у нас есть, это есть. Так. Там сейчас тренируем пехотинцев. Так. Замок до 5 уровня надо. Все, делаем 5 уровень. Запрос с союзником отправили. Мы получили за счет оформления подписки кучу ускорителей, поэтому будем их тратить. Блин, ребятенка мне плачет. Вступление в альянс. Построить 3 фермы, да. Так, все, мы можем уже ставить хранилища. Склады. Склад. Крепость. Откроется, когда мы выполним задание. Гарнизон. Ставим галочку для того, чтобы у нас была защита. Все. Институт. Давайте пока его куда-нибудь сюда воткнем. Это у нас идет бесплатно. Сейчас сразу же все ресурсные поставим. Так. Еще это. Даром. Так. Этот подмигнул. Даром это. Даром это. Все, глюк словили. А глюк мы словили из-за того, что мы подставили институт раньше, чем забрали награды. Поторопился чуть. Ну, все. Игра зависла. Придется удалять сейчас пока. Так. Короче, переустанавливаю я приложение, и после этого глюк пропал. То есть, если какой-то глюк, вы чего-то не можете сделать, просто удаляйте. Ну, вот опять что-то зависло. Это уже, походу, эмулятор завис. Да. Эмулятор еще не прогрузился. Все, перейти, спасти короля. Да, бла-бла-бла-бла. Так. Все, ежедневные награды на этот. Сразу же все забираем.
В общем, после переезда в вашу провинцию, после привязки к аккаунту M30, если вы на своем устройстве впервые вообще ничего не покупали, можете на основу вот этого оформить подписку, которую я ранее сделал. Там мы разблокируем. Да. Так, вы искали патч, что-нибудь копировал уровня. Так, подстерегающая опасность, крепость мы построили. Институт, раз у нас уже есть. Заходим ускоренное производство, быстрый рост. Все. Кристалл я пока не трачу. Дальше сразу же железо на 5 уровне, как только короля спасли, пока у нас дракон дает возможность. Так, не туда, здесь еще пока рано. Сейчас я сначала буду строить так, все идет, как есть, а после я уже буду перестраивать замок. Склады сразу же ставим. Иначе сейчас будет жопа. Двор пока сюда воткнем. Сокращаем. Здесь пускай дракон поможет. Еще одну лесопилку. Из новых сначала ускорялки делаем. Так. Можем сразу же проускорять на один раз. Склад древесины. Монетный двор поставили. Так, теперь нам надо 5 уровня это. 5 уровня дома. Так, 5 минут. Монетный двор надо было 5 уровня, а не этот. Сейчас все будем ускорять. 4 уровень. Жилой дом 5 уровня нужен ему.
Значит, думаю, не зря поставили. Так. Опять там ничего. Так, все, дракон уже может это нам давать. Все, пока колдаун идет. Ставим посольство. Сразу же замок на 6 уровень. Так, ну раз мы делаем боевую, тогда пока делаем грабителя, потом профессию поменяем. Все. Так. Мощнейшая провинция. Вот, у нас сейчас появились личные гонки, дуэли. Так, эти события начнутся скоро. Борочная мощь провинции. Вот, нажимаем сюда. Здесь выбираем события. Я обычно выбираю всегда сбор ресурсов. По одной лишь простой причине, что в разминку это самое выгодное, чем бегать воевать с кем-то. Причем независимо от... Сразу же голову завершим. Боевой урок используем постоянно. Так, 3-3К населения нам надо. Да? Военную академию мы можем уже сейчас поставить. Ее ставим. И ставим бар. А, сюда возьмем. Потому что мы сейчас можем героев уже призвать. Так, даром. Можно уже сразу же на 3-й уровень поднять максимум. Остальные здания, по-моему, только на 2-й уровень можно. Стройка. Вот эти вот задания надо выполнять как можно максимально. Империя, тем, кто начинает. Так, пока у нас бар не построился, мы не можем нанимать пивоварню на 2-й уровень. Нам сейчас любые ресурсы нужны, поэтому... Вот я поднял, она пока еще не подняла этот, не обновился, потому что еще этот не изучена наука.
Так, что нам на седьмой нужен? Простая котельная, шестой уровень, таверна шестая, дом шестой уровень. Поехали котельную поднимать. Все, делаем бесплатный наем. Короче, хрень надавала. По героям пока у нас херня. Герои ратуша. Так, мрамор третья. Переместим сюда, сделаем дорогу здесь. Зал профессий. У нас пока один только. Так. Сейчас будем жопа с ресурсами. Ловка. Или сразу же апаем. Герои 50 уровня. Так. Построить походную палатку. Дом. Блин, время прошло. Так, оленей немножко погоняем. Потому что сейчас без ускорителя будет хреново. Так. На четвертый уровень мы сейчас торговый дом опять не будем. $29,000 надо. Бухло кончилось. Так, что у нас там не то по личным гонкам? Тренировок, исследований, строительства. Сейчас посмотрим, что через 5 минут начнется. Здесь-то мы вообще мало получаем.
Из-за того, что мы пока на луке вбить разбойников третьего уровня. Боевой мощи у нас хватает. Короче, пока у нас там этот армия идет, топает, строится. Нам сейчас самое главное конюшни поставить. Так, что нам? Жилой дом 6 уровня. Все, уже склады надо повышать. Дракона постоянно лучше кормить перед тем, как вот такие стройки на маленьких уровнях делать. Так. Уголь. Склад угля. Мы уже все сделали, это мы получили. Так. Два и восемь каменных населения. Поехали даром, даром. Просто пока есть возможности, есть ускорители, просто ускоряем. Мне дома сейчас понадобятся, поэтому я их увеличу. Так, все. Можем строить ипподрому. Ипподром сразу же на второй уровень. Профессиональный полигон. Так. Сразу же изучаем героя профессиональному полигону. Вот, а здесь мы столкнулись с проблемой склада. Но мы еще не брали ускорители здесь. Все, герои. 2 часа. Час. То, что нам герой нужен, поэтому героя мы сразу же... Здесь, наверное, тоже ускорим. Дерева, да, не хватает. Мне вот эту штуку сейчас надо улучшить. Это надо мобов убивать. Ладно, поехали пока дальше по этой по ускорению. Вот эту науку надо выучить. Нам вот
Да, вот это и до стахановцев. Но открывают ускоренное производство. Это повышение стабильности, его можно нет. А вот до этой надо докачать. Ну и профполегион до второго героя. На этот, в принципе, можно пока забить. Так. Отсюда всю армию. Героя. Сюда. Этого пока посадим сюда, но у нас этот... Ему надо хотя бы вот этих 10 солдат. Мы сейчас сделаем кое-что. Так, открываем профессия. Генерал этот. Чем мы изучить? Почему мы уже... А, выбрать. Вот. Выбрали. У нас 2 очка доступно. Изучаем это. Изучаем это. Открываем зал профессий. Задание провинции. Так. Чего? Групповых-то нету. Архитектор. Архитектор. А, тут с 5 уровня, так. Госпожа, так. Тогда отправляем сюда, выбираем карту. Здесь у нас пока карт нету соответствующих. Короче, если у нас есть вот такие карты, мы берем просто сюда ее ставим. Раз нету, мы просто отправляем в поход. С 10 солдатами, пускай он повезет. Еще один бесплатный наем. Это мы уже можем до 5 повышать. Так, железо. Нам сейчас нужно железо. Вот смотрите, мы ускорили, мы больше не можем ускорять. Делаем улучшение на 2 уровень и снова можем. Хрен с ним, пускай горит. У нас сейчас ускоритель есть, поэтому... Так, пивоварни. До 3 уровня надо. По производственным их вот подняли, ускорт сделали. Заходим сюда. Вот как раз 25 тысяч золота нам надо было.
Все, клепаем коней второго уровня сразу же. Лучники, хрен с ним. Смотрим личные гонки. Что у нас лично? БМ здание, БМ исследований, скопление тренировок. С ускорительным тренировок у нас пока проблемы. Так, школа грабежа. Так, чтобы на золото не отвлекаться, я сразу же. Все тогда. Сделаем. Так, даром мы больницу на второй уровень можем сделать. Свершить школу грабежа. Ну, чем и хорошо, когда дракон ускорен, ускоряет. Мы можем ускорить некоторые быстрее поставку вот этого всего. Так, отлично. Первый ящик мы взяли. О чем? Не смогли осилить, что ли, их? Да. Не смогли третьего уровня убить. Ладно. Так, вот пускай делается. Ну, теперь смогли. Все, у нас сейчас задача поднять замок на восьмой уровень. Но перед этим мы поднимем вот это и наберем как можно больше этого. Так, простая котельная у нас осталась и таверна. Поднимаем таверну. Вот опять мрамора нету. То есть вот у нас по науке получается. Мы вот эту тут мобилизацию выучили. И после этого на начальных этапах ускоряем. Поднимаем, ускоряем, поднимаем. Так мы получаем ресурсы, чтобы быстренько поднять замок до седьмого, там, до восьмого уровня. А, я второй раз не... Все, пока подняли, нам пока не больше не нужно. Поднимаем котельную. Поднимаем
таверну. Так, простая котельная, еще два уровня. То есть у нас сейчас задача с вами поднять замок на максимальный уровень. Потом мы уже займемся теми зданиями, которые нам нужны будут. Выйти еще дальше. Опять мы упираемся в мрамор. Не знаю, сколько мы за 40 минут чего сделаем. Так, отлично. Теперь мы можем применить эту сотню мрамора. Склады — это вообще одна из тех проблем. Архитектурный институт нахрен пока не нужен. Ну, потом, в последнюю очередь, можно будет поставить. Сейчас, тем более, праздников никаких нету, просто... Ну, то, что отвлекает. Так, целый час будет. Это долго. Вот нас интересует вот это задание сейчас, зачистка провинции. Здесь нам нужны будут всадница, сержант, мастер шифу. И если не выпадет с наймов ученик, то ученик. Во всяком случае будет лучше, чем ведьмак. Так, это ничего использовать пока не будем, потому что нам завтра это все понадобится. Ну вот, мы почти уже этот. Второй взяли. Так, смотрим, что нам сейчас нужно на 8-7. Матровая башня 7, жилой дом 7, каменоломня 7, таверна 7. Поехали. Дом. Ставим третий домик рабочего. Третий железо. Так, смотровая башня. Что мы получили? Ускорители тренировок. Так. Не знаю, за 40 минут мы успеем, нет? Взять три ящика. У нас ферма.
Лучников сразу можно на второй уровень поднять. Все, пехоту можно вообще забить. Больше ее не создавать. Нас сейчас интересует конница и... Так, кони, почему, вот, а сюда лучников, ну этих, 6000 уже, отлично. Так, чтобы выполнять зачистка провинции, нам нужно убивать вот этих 4 уровня. Чтобы их 4 уровня начать убивать, нам нужно больше 6000 БМ. Для этого нам надо приличную армию. Остальные навыки можно и не качать, а вот это мы лучше все вкачаем. Несмотря на то, что у нас боевая мощь 15, почти 16 тысяч, армия слабовата, мы не сможем пробивать монстров. Так, третий дом. Нам уже ставить сейчас некуда будет. Открываем это. Разблокировать. Дальше уже 10 уровень. Так, жилой дом. Сейчас мы его построим и расширим границы замка. Потому что нам уже некуда практически ставить все остальные здания. Так, делаем расположение, применить расположение. Все. Так, видео будет длинное, поэтому я его потом буду сокращать. Арена. Сейчас я ставлю те здания, которые нам нужны будут для развития. Так. Третья лесопилка. У нас пока медали нет для обмена.
Все, качаем лучников и качаем коней второго уровня. Поднимаем госпиталь на второй. Так, мгновенно по палатке мы не сможем делать. Так, посольство на второй. Институт на второй. Пускай не качается. Мы немножко пока ресурсов подберем себе. Не знаю я, что, блин, дурак ускорение включил, когда оно нахрен не нужно было. Ремонтируем так. Лесопилки. У нас сейчас начнется проблема с ресурсами, начнется проблема со складами. Поэтому на начальных этапах я пока использую все. И вот это, пока у меня там строится, пока если я не хочу ускорить или тратить. Нам, по идее, надо сейчас ускорить или кучу. Сможем ли мы за полчаса 2,5 миллиона набить? Навряд ли. Здесь мы по науке всего 50к только заработали. А нахрен с ним, поставим тебя. Глаза только мозолишь. Так, делаем быстренько армию. Потому что чем раньше мы начнем убивать мобов 4 уровня и выше, тем лучше. Это дополнительные ресурсы, это сразу же новые герои. И вот сейчас вот приложение, ну, игра обновилась, сейчас нет такой возможности, как раньше было, ну, взнос в альянс, раньше можно было делать следующим образом. К примеру, мы заходили вот сюда, альянс технологий, и здесь был весь список этих технологий, вот, и их можно было прокачивать. Но в последнем обновлении это дело упразднили. Из-за этого развитие пойдет сложнее.
Так. Знаешь, фаленс. Тысяч. Так, нам нужно сейчас еда. Хотя я ее думаю, сейчас мы можем получить другим способом. Каменоломня. Поехали строить таверну. Все, вот у нас сейчас проблема этого башня вот эта и таверна. Каменоломня 4 уровня нужна. Сейчас будет тебе каменоломня 4 уровня. Нужно один самоцвет потратить. Часовой мы сейчас сохраним. Чиним. Так, есть где-то железный человек 4 уровня? Да, есть. Пробуем. Не особо хочется тратить, конечно, эти. Ускорите. Деваться некуда. Так. Ударом. Провалено, да? Глюк. Что за невезучая такая ферма? Так, здесь мы уже обновляли. Торговый дом пока оставим в покое. Вот, угольники надо поднять. Пока у нас сила дракона есть, ускорение.
піднімаємо. Час нам складені стані хватає все максимум. А здесь у нас уже облом. Ладно, завершим сейчас. Так, надо было. Хочу ждать так седьмого. Башня четвертого. Ну, где вот немного надо вот кристаллов можно использовать. На такие быстрые операции. Желе закончилось. Хреново. Все, башню седьмую сделали. Так, это мы только получим это. Здесь мы получим железо. Много. Поехали пока третьих бить. С них хоть железо падает. И надо взнос еще сделать. Ну, вот как раз сейчас последний убьем. Заберем все 100 сундуки. Это все строится быстро, поэтому железо нам необходимо, его поднимаем. Все остальное вообще можно забить. Сейчас наша задача это 37 000 железа.
А, еще одна осталась у меня. Четвертую змею мы точно убить не умеем. Сейчас, может, так догнаем. Все, еда кончилась. Понимаем. Понимаем. Сделали, апнули, сделали, апнули. Все. Дальше только уже платно. Да, это время, это как бы этот, но... Тем не менее. Вот, здорово. Все, сейчас мы можем послать снова армию. Убьем змею пустыни, потому что она приносит больше всего. Так, сколько чего нам надо? 25, 25, 37. Так, сколько мы получим? 6, 18, 12. А, нормально. А, нет, не нормально. Нам склада может не хватить. Поднимаем склад на второй. Склад дерева на второй. Мрамор у нас поднят. Склад железа на второй. Сейчас пока склады поднимаем. Собрать еды, собрать мрамора. Собрать железо. И этих надо поубивать.
Что, собираем 3000 жизней. Еды. Сколько там надо? 3000 еды, по-моему. А, 12 тысяч еды. 12 тысяч мама. Железо. Десять тысяч мрамора есть. Все, улучшаем железяки. Двадцать пять еды есть, 25 этого есть, это есть, остается 10 тысяч железа. Все, у нас дракон опять кончился. Потом поднимаем до 3 уровня. Ну, это уже по часу с лишним делаться будет, поэтому пока их не трогаем. Так, если это удачно будет, то тут... Вот. Завершаем. Да, есть. Зато у нас... Не хватает теперь это. Ладно, хоть мы не все фермы улучшили до 5 уровня. Да, я знаю, что мы лишимся. Сколько взносов? 20 тысяч, отлично. Все, режим новичка мы закончили. Да, true.
Трун-трун-трун. Все, забираем все награды, которые... О, ну даже и шкатулку еще можно открыть. Только толку. Музыка не с режима новичка. Дерево. Еда. Ускорители. Дракона не забываем прокачивать. Так, жилой дом 8, походная палатка 8. Поехали. Жилой дом. Наверное, 8. То есть принцип такой. Заходим, нажимаем на замок, смотрим, что нам нужно. Палатка, таверна. Эти здания качаем, чтобы повышать уровень замка. Наша задача сейчас замок поднять до 13 уровня. Как можно быстрее. Все, мрамор кончился. Даром мы его поднять не можем, да? Только на 9 уровне. Четвертая железяка. Сюда. Поднимаем еще эту на 5. Сейчас начинает все упираться в ресурсы, то есть тут либо сейчас вариант такой сидеть на ресурсах, собирать кропотливо, либо раз мы 8 уровень уже и без щита мы можем идти грабить. Тем более профессию выбрали грабитель. Это еще одна причина, по которой войска были сделаны 5 уровня, со 2 уровня сразу.
Так, еда. Штаб разведки. Четвертый, древесины. Все, нам опять мрамор нужен. Так, меняем имя. Здесь мы получаем 20 кристаллов за имя. И нам еще в науку кучу надо ресурсов. Так. Либо вариант какой со сбора убирать. Сколько на 4000? Нам надо, по идее, 12000 накопить. Да, чтобы мы получили последние награды. 2 очка уже. Какой-то новый джимби альянс. Здесь армия по-любому есть. Сейчас вариант какой? Искать мелких. Танюша. Она у нас была. У нее армии нету. Она слита. Значит, можно попробовать посмотреть, пограбить. Фин какой-то. Альянс. Русский. Члены альянса. Значит, какие-то новички, что ли, вроде как прибывают.
Так, но железо у нас пока есть, поэтому нам пока вот это лучше. Можно, конечно, сейчас товар улучшить сразу. Чтобы на нее уже потом не отвлекаться. Монетный двор. Два уровня походной палатки. Сколько? 18. Сейчас начнутся проблемы с деревом. Да ё-моё. В Дискорде все мелькает. Чем вот эти все? Можно не дожидаться улучшения однако, можно лучше дождаться, потому что будет больше. Ну все. Палатка 8 уровень.
Опять нету. Нет, глюкоза. Можем пока начинать вот это поднимать. Палатку мы подняли. Ну, здесь у нас уже встает вопрос в огромных ресурсах. Пока ресурсов нету, можно поднимать вот эти и ускоряться. Подняли, ускорили, подняли, ускорили. Как бы сейчас пока интересно ничего не будет. Вот эти два здания, получается, мы сейчас поднимаем под уровень замка. И замок растет. И профессиональный полигон мы поднимаем. Будем поднимать это, эти два здания по науке производства и профессиональный полигон. Это уже институт надо поднимать. До четвертого, а нам, по идее, сейчас вообще институт надо было до восьмого уровня поднимать. Из ресурсных зданий, которые нам нужны будут вообще вот на всех этапах развития, сейчас скажу. Сейчас нам нужно пока палатку мы подняли, эти, чтобы на 14 уровень нам поднять замок, нам нужно будет стрельбище 13-го. На 11 или 12 уровень нам нужно будет одна из ферм. 11, а, на 12, по-моему, да. Нам нужна будет ферма 11. Сейчас еще каменоломню одну надо улучшать, потому что она тоже нужна нам будет. Ну, сейчас это все на видео будет наглядно. Пока, я думаю, ресурсы собираем и тому подобное, я закончу с видео, как буду дальше развивать, сразу же следующую часть начну снимать, где уже буду объяснять. Так что сейчас насобираю ресурсы для дальнейших этих зданий.